Продолжаем изучать английский. Так, нам предлагают тут получить трофей. А, так, прибавим звук. Yes, my girlfriend is happy. Да, моя девушка счастливая. Yes, my girlfriend is happy. А моя девушка умная женщина. My girlfriend is a smart woman. Да, мой парень умный, он юрист. Yes, my boyfriend is smart, he is a lawyer. Лойер. Угу, по-другому пишется. Так. I really love you, Anna. I really love you, Anna. Моя любимая еда – пицца. My favorite is food. Угу. Максим женат. Maxime is married. My girlfriend is also funny. My girlfriend is also funny. Моя девушка тоже забавная. Я голодная. I am hungry. Ben has a great sense of humor. Ben has a great sense of humor. У Бена отличное чувство юмора. Мужчина. Мэн. Так, тортик нам. My sweetheart, you are so handsome. My sweetheart. Еще раз. My sweetheart, you are so handsome. You are so handsome. Мой дорогой, ты такой красивый. Handsome обычно говорится для мужчин и парней, а beautiful для девушек. Italian food is great. Italian food is great. Итальянская еда отличная. I miss my boyfriend Maxime. Я скучаю по моему парню Максиму. Света, you are smart and beautiful. Так, Света, you are, еще раз. Света, you are smart and beautiful. А, smart and beautiful. Beautiful, а по-другому написано. Beautiful, неправильно писал. Угу. Да, мой парень умный, он юрист. Yes, my boyfriend is smart. He is a lawyer. Так, lawyer. Моя любимая еда – пицца. Моя фаворит. It's. Опять написал it's food. Ну что ж такое? Света, you are smart and beautiful. It's это кушать, а food это еда. Угу, вот, не надо путать. Я перепутала. Так, еще раз. Света, you are smart and beautiful. Так, Света, you are smart
and beautiful. Так, beautiful. Света, ты умная и красивая. А моя любимая еда – пицца. My favorite food – food из пицца. Гроза ошибка. 4 ошибки. Ну да. Бывает. Так. Продолжаем. Так, это у нас было повторение. Теперь начинаем следующий урок. Дуолинго – крупнейшее в мире сообщество людей, изучающих языки. Вот так вот. Ну, это как бы лирическое отступление. Map. Так, начинаем изучать. Map – карта. Как переводится карта? Map. Map. Is this a map? Это карта? Вопрос. Police officer. Полицейский. Rap. Еще раз. Rap. Rap. Так, потрясающе. Face. Face. Лицо. Face. Личико. Переводится так. Полицейский. Полиц офицер. Police officer. No, I am not a police officer. Нет, я не полицейский офицер. No, I am not a police officer. Не полицейский. Oh no, I'm lost. О, нет, я потерялся. Lost. Запоминаем новое слово. Так, продолжаем. I'm lost. Do you have a map? Еще раз. I'm lost. Do you have a map? I'm lost. You have. Еще раз. I'm lost. Do you have a map? Map. Я потерялся, у вас есть карта. I am lost. Do you have a map? А, это вопрос. Do you have a map? Угу. I'm lost, but I have a map. Я потерялся, но у меня есть карта. I am lost, but I have a map. I need a police officer. Так, I need, так, не поняла, мне нужен полицейский, угу. I need help. Мне нужна помощь. Help, помощь. Запоминайте или записывайте в блокнот. I'm lost and I need help. Так, я потерялся и мне нужна помощь. I'm lost and I need help. Так, теперь нажимаем на пары слов. Балет. Ballet. Пиво. Beer. Нет. No. Не. Not. Помощь. Help. Excuse me, I need your help. Извините, мне нужна помощь, ваша помощь. Excuse me, I need your help.
I need help. Are you a police officer? Так, I need help. Еще раз. I need help. Are you a police officer? You a police officer. Мне нужна помощь. Вы полицейский? I'm lost. Do you have a map? Работа над ошибками. I'm lost. Do you have a map? I'm lost. Еще раз. I'm lost. Do you have a map? Do you, you have a map? Я потерялся. У вас есть карта? Вопрос. I need a police officer. Мне нужен полицейский. Блестящий оратор. Ну, это, конечно, преувеличено, но... Хорошо, мы согласны, что мы блестящие ораторы. Так, время у нас еще есть немножко. Еще 4 минуты. Так, вот уже начались новые уроки, новые слова. Запоминайте, записывайте в блокнот, если что. И даже можете воспользоваться Google Play, переводчиком, если нужно. Совет. Постарайтесь вспомнить и записать как можно больше фраз из пройденного урока. Ну, мы постоянно повторяем фразы из пройденного урока, поэтому нам сейчас нужно новые выучить. On the right. Так, on the right, справа, right, справа, on the right. On the right. Bathroom. Bathroom. Туалет, bathroom. Запоминаем новое слово. Dear, dear. I need a bathroom. Мне нужен туалет. Need, нужен, запомните. Так, мы молодцы. There is a map in my coat. Так, есть карта in my coat. В моем пальто. Don't worry, there is a bathroom on the right. Don't worry, there is a bathroom on the right. Извините. А, не волнуйтесь. Есть туалет справа. Don't worry. Don't worry, be happy. Песня такая. Так. Yes, there is a cafe on the right. Да, есть кафе справа. There is a Russian cafe on the right. There is a Russian cafe on the right. Русское кафе справа. Есть русское кафе справа. Don't worry, your wallet is in this cafe. Так, не волнуйся. Your wallet, твой кошелек и is in the cafe. Is this cafe? Is in в кафе. Is in this cafe. А, в этом кафе, вот, в этом кафе. Угу. Вот эти вот детали очень важны. Of course, there is a bathroom in this cafe. Of course, this is a bathroom in the cafe. Конечно, есть туалет в этом кафе. Excuse me, is there a map nearby? Извините. Так. Карта. Так, карта. Поблизости, по-моему.
Так, да, поблизости. Новое слово. Нерби. Так, поблизости. Hello, is there a restaurant nearby? Hello, is there a restaurant nearby? Здравствуйте, есть ли ресторан поблизости? Nearby. Поблизости. I need coffee. Is there a restaurant nearby? I need coffee. Is there a restaurant nearby? Мне нужен кофе. Есть ли ресторан поблизости? Так, нажимаем на пары слов. Ладно, окей. Okay. Кафе. Cafe. Паста. Pasta. Один. One. Масло. Butter. Так, ну, у нас 16 минут, поэтому мы продолжим в следующий раз. Все молодцы, кто занимается, кто не пропускает. Всем до встречи на моих видео. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Всем пока.